женщина, да. Ну вот они женщины, да, такие вот. Вообще праздник такой какой-то немножко странный, наверное. Но вот они же есть. Ну, это лишний раз, может быть, напоминает нам мужчину, что они есть, да? А то вот как-то забываем. Ну, про 23 я не говорю. Мужики, вот они, что они делают? Играют на гармошке, да, и вспоминают, как мы. Ну, что сделаешь? И вот такая песня про мужика такого, который всегда есть в любой деревне. Это «Дед Андрон». Стихи нашего местного поэта Александра Баулина. Yeah.